Друзья, всем привет! Сегодня 3 мая, День Крестов в Санта-Крусе. Кучу народу сейчас в этом выпуске вы увидите кресты. Мы уже пару лет назад это снимали. Сегодня, ну, естественно, новые. Каждый год кресты новые. И сейчас вам покажу, как украсили город, как украсили эту аллею. Смотрите, сколько народу. Полный город. Сейчас мы ждем Деню, он должен на трамвае приехать. Идем встречать Деню, он на трамвае должен подъехать. Мы поехали на мото, а втроем нельзя. И, короче, получилось так, что Деня сейчас подъедет на трамвай. Трамвай уже подъезжает он. Ну, расскажи, как доехал. Замечательно. Народу много, да, что-то да. Трамвай? Странно. Место, где в этом году поставили кресты, в том году оно было... Ну, больше были они растянуты, сейчас они более плотнее стоят, вкуснее. Ну, вот люди смотрят, фотографируются. И кресты преимущественно сделаны из отходов. То есть, такие тут бумага, пластик, мусор всякий. Видите, это компьютерная тема, наушники вон сверху. И каждый на какую-нибудь определенную тематику. Здесь маркеры, все цвета радуги. Солнечная панель вот даже лежит. Это у нас... Что это у нас такое? Бумага какая-то. Газеты. А, газеты. Газеты. 9500 бумажек было использовано при изготовлении этого креста. Бабуся вот фотографирует. Люди с собаками обязательно. Здесь вот вата, смотрите, тематика консервной банки. Это герб Санта-Круса. Здесь вот много банок. В каждой банке какая-нибудь инсталляция. И все их не буду показывать, потому что крестов дофига. Это видео тогда получится на 2 часа. Класс. Видите, банки, сервы. Такое кресло. Это самый любимый Дениса стиль, стимпанк. Где твои очки в этом стиле? Я бы сейчас тебя сфоткал бы на фоне креста. Всякие трубы, сантехника, сумка вот такая. Здесь он тоже, смотрите, всякие шестеренки, картон тоже из картона. Так, следующий у нас пластик. Тоже бумага вот упаковочная. Много пластика, из пластика вот всякие медузы, черепахи, рыба. Ну, тоже какие-то штучки. Так, это какие-то картон, да, с переработанным. То есть какой-то картон, и сверху еще и стружка картонная обсыпана. Ну, искусственные цветы тут на нем. Вчера они еще были накрыты полиэтиленом. Делали их вчера. И на ночь их накрыли, и ночью они простояли. Я так вчера здесь гулял. Кто Инстаграм смотрит мои сторисы, кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм. Кто смотрел вчера мои сторисы, как они в полиэтилене здесь стояли. И я вот подумал, когда это увидел, думал, вот в России бы такие поставили, их бы ночью бы все бы нахрен разнесли бы в клочья. Просто все бы развалили. Тоже пластик, это бутылки, баклажки. Ну, разные маленькие бутылки тоже.
Да, в России отвалили бы нахрен все. Украли бы по-любому игрушки вот эти вот все. Порвали, может, даже подожгли. Смотри, сколько всяких штук. Морские обитатели, морская тематика. Это вот дети делают из школ, из детских садов. Пробки от бутылок, сетка, пеномонтажная. Так, это Лего. Ну, Лего тоже, естественно, не Лего, а это пробки, это картон, упаковки от молока, от соков и просто пробочки пластиковые. И получилось так, как Лего. Тоже здорово, интересно, дети тут катаются. Так, смотрим с этой стороны. Это от рулонов туалетной бумаги. Тоже это все упаковки. Тут что-то подразвалился слегка крест. Плохо был приделанный, а он тяжелый. Конечно, нифига. Ну, это какой-то детский садик какой-то делал. Вот, кстати. Лос Драгос. САИП — это Колегио Инфантиль. А Колегио Инфантиль — это, ну, как бы детская школа. То есть там дети совсем маленькие. Бабуся мне тут снимает. Тоже малыши совсем делали. Сейчас, кстати, еще Ромерия, и в канарских костюмах многие ходят. Так, здесь палки. Листья, палки. И тоже рулоны туалетной бумаги. Рулончики туалетной бумаги, обклеенные палками. И вот типа это гнездо для птиц. Вот такой вот крест. Следующий крест в канарском стиле. Здесь вот гитара из картона тоже сделанная. Нарисован такой домик, картошка, бананы. Символ канадских островов. Бабуси тоже тут вышли на прогулку, пенсионный фонд. Госпиталь, детский госпиталь. Из крышек делали такие вот цветочки. И из бумаги. Народу, как всегда, очень много. Так, здесь опять морская тематика у нас. Бутылки, банки, пробки. Из пластика, в общем, сделана тоже все сетка. Ну, такой получился крест. Será ese el mejor? No, ese no es. El mío es más grande. ¿Dónde ves arriba? Еще один крест.
канадской тематикой, канадские сладости. Да, конечно, это вешается на канадские национальные костюмы. Канарский гофио, канарская картошка, мохо верди, мохо рохо, мёжики, которые постоянно морякам попадаются, даже сигары тут лежат. Следующий крест тоже из пластика. Тематика пчелы. Это типа они тут живут, едят, радуются, ест пчела. Это тоже бутылки пластиковые, покрашены, развернуты. Пчеловод на пружинках. Здесь тоже мы видим рулончики туалетной бумаги. Кота вот из них сделали. Здесь вот панда даже есть. И другие животные. Бумага. Опять рулончики. Здесь есть крокодилы, смотрите, всякие черепахи, слоны. Так, здесь тематика спортивная. Старые мячики, опять пластик, перья. Собака, клумба. Так, идем дальше, там народу еще больше. Так, следующий крест у нас тематика Санта-Круса и его различных скульптур. Это тоже целые эти скульптуры стоят здесь на Рамбле, это в парке Гарсия Санабрия. Это висели, вон там он висят. Ну, в общем, это экспозиции скульптурные, которые здесь находятся в Санта-Крусе. Это вот тут рядышком, сейчас я вам ее покажу. Жук тоже здесь на Рамбле дальше. Это сейчас висят в парке, таблички с именами. Тоже картон, крышки, попугаи, вот, которые живут здесь. Видите, они выглядывают везде. Здесь много попугаев живет в городе Санта-Крусе. Ну, это Лего тематика. Это картон и крышки. И выглядит как Лего. И такие вот цветочки, тоже из ложек пластиковых. Самый интересный крест, который больше всего привлекает внимание, это тоже в канарском стиле. Смотрите, тут сколько мелких элементов. Здесь и овцы вон идут домой, и пастухи, и канарцы, и много-много элементов. Премия первая. И канарские домики, и фонтан вон внутри есть. Здесь внизу тоже, посмотрите, сколько элементов, домиков. Насколько детально все сделано. Даже сцена есть, смотрите, где выступают на канадском празднике. Танцуют. Вот эта экспозиция скульптурная, которая там тоже представлена была на одном из крестов.
Amigo, ¿qué tal? Eugenio, sí, ¿todo bien? Te esperamos todavía. Hombre. Para visitarnos. Sí, sí, ha estado el día ahí, mira, está más delgado. ¿No está comiendo o qué? ¿Qué? ¿No ¿Nosotros? Come. Mira, no, está flaco. Él casi no. ¿Está bien? Ahora vivimos los tres, por eso él come menos. ¿Tú comes menos ahora? Ну, лично я считаю, что это замечательный праздник, и вообще все эти кресты сделаны просто охуительно, как и, впрочем, все эти канарские традиции. Также все эти замечательные люди здесь. Мне понравилось и в прошлом году, и в этом, и думаю, в следующем году будет еще лучше. Bueno, gracias, chao. Действует и тоже из пластика, из бутылок. Вырезанные, нарезанные. Ну вот кофейные, как они называются, таблетки или что в этом роде. Музыкальный крест. Матрешка вот внизу. Канарская. Гитара тоже, все видите, из картона. Шляпа из бумаги, пробки вот из бутылок вырезаны, все из переработанных материалов. Вот барабан есть из ведра, видите, ведро из-под этого, как он называется, из-под краски. Так, здесь у нас яичные упаковки от яиц. И различные насекомые. Это больше коровка. Тоже туалетная бумага. Какие-то перья. Диски, ложка. Еще один музыкальный крест. Это, как они называются, из-под молока пакеты, бутылки, туалетная бумага, картон, старые какие-то ноты. Ну, Моцарт даже есть, смотрите, какой. На пробках из бутылок сделали этот пепитер для нот, и вот он стоит, руководит оркестром. Ну, естественно, тоже из всяких отходных материалов. Тут есть и валли, вот тут я видел. Вот еще один. Всякие различные роботы. И вот такие тут детали даже есть. Следующий тоже из яичных упаковок. И салфеток. Это салфеточки. И вот так вот он смотрится. Здесь у нас тема чтения. Книги. Видите, стоит в канарском жилете, читает книжку. Вот еще кто читает. Вот еще читает. Здесь туфлю держит мыши. Здесь тоже типа книги сделано, часы. Так, я уже устал снимать, друзья. Вот картон, опять бумага. Смотрите, какой слон смотрит.
Здесь вот Биг Бен или какие-то, да, Инглатера, Англия, то бишь Пизанская башня, дракон. Джорджия. Школьница с портфелем, Эйфелева башня. Ну, понятно, это языковая школа. Тут тоже банки, видите. Глобус. Статуя свободы. Так что вот, такой крест. Следующий крест у нас из цветов. Из бумаги. Заяц вот тут есть. Бабочки. Ну, просто бумага цветная. Ну, красиво тоже смотрится, ярко. Так, здесь что-то много внимания на пластике. Здесь больше пластика. Ложки, пробки, бутылки. И вот так в итоге это все выглядит. Следующий крест у нас пересалфетки, картон, записки. Ну, здесь какой-то человек. Главное, что он в ботинках, видите? Здесь тоже пчелы летают. Это вот пчелы, если что, такие вот летающие. Здесь какая-то ярмарка, так, смотрите, не хочет идти. Народу что-то много. Так, ну ярмарку не знаю, давайте уже в следующем выпуске, потому что выпуск получится длинный. Все, буквально иду монтировать, и через пару дней следующий выпуск. Все, всем пока, люблю, целую. Подписывайтесь на канал, лайки, комментарии обязательно, потому что снимаю уже редко совсем, лайков мало, комментариев мало, соответственно, видео мало. Все, пойду снимать что-нибудь еще.